Конец декабря – самое время создавать праздничное настроение. Новогодние украшения, мандарины и, конечно, кино. За Нижегородский психоневрологический интернат приходит праздник. За репертуар отвечают руководители учреждения, представители социальной защиты и одинцовские единороссы. В рамках акции «Доброе кино». У нас в планах не только перед Новым годом, но и вообще на каждые выходные и праздничные дни мы проводим показ научно-документальных фильмов, художественных фильмов, мультипликационных фильмов. Подопечные интерната, а это более 400 человек, фильмы любят разные. Но бессменные фавориты – советская новогодняя классика и современные зарубежные кинокартины. При составлении праздничного репертуара их пожелания обязательно учтут. Впрочем, праздник приходит и на улицы Звенигорода. На минувших выходных стартовала новогодняя анимация во дворах. В этом году из-за пандемии коронавируса организаторы сделали ставку на уличный формат народных гуляний. Евгения Августина, Жанна Набок, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».